Всем привет! Сегодня будем смотреть постройки козельства. Всем привет. Ну давай, загружай. Давай начнем с того первый это будет... паука. А, с того паука, хорошо. В принципе, вот он обычный паук. Из функций у него только вот если гарпун, который уступает в роли паутины. В принципе, все. Здесь также вот есть конфетки, чтобы быстрее быть. А прикрепляется это... он... Получается, просто это как костюм, ты просто садишься на стульчик и ставишь себе тортик. Ну, в принципе, конфетку всегда... А, это фиксирование вы... А, сейчас. Не, я выключу. Во, нормально. А, гарпуном? Куда-нибудь в дерево. А паутину делать можно? Нет, но это только вот если... Нет, только если из блоков это, ну... Вообще нет. Да, попробую я. Ну да, потом стульчик убираешь и убираешь фиксированного. А как я стульчик уберу? Он же твой, не мой. Да, сейчас уберу. Так, все. Я могу стрелять, например, вон в то высокое дерево и туда примагнититься. Лететь. Следующая постройка это будет истребитель. У него имеется несколько невидимых пушек. Нужно съесть конфетку и убрать масло. А что в нем необычного? Ну, в принципе, он сделан для ПВП. Сейчас. Тут много? А, куда ты нажал? А, просто тут сзади нажимаешь? Да, они там невидимые, там находятся три невидимых ракеты. А почему не на клавишу? Ну, потому что я на телефоне. Ну тут сколько пушек. Так, сейчас я остановлюсь. Классный самолет. Так, ну в нем ничего такого, секрета ничего нету, наверное. Следующая это постройка это будет тоже самолет, только уже побольше. Не военный. А почему я такой маленький? Мне надо мой рост вернуть. Все, я готов. А дверь никак не открывается, просто без коллизии. Нет, они просто там коллизии выключены. А, ладно. Ну, я попал внутрь, какие-то бумажки везде висят. Тут есть кухня. Да, куда вода будет? Никуда, это типа... Ну, там раковину делать было бы заморочено, я не хотел. А, поэтому просто платформа типа раковина. А как ты эту картину сделал такую красивую? Я ты, поставил ты взял просто табличку. Смайлик написал? Да. С помощью смайликов можно делать такие супер красивые картины. Если, например, сделать такую маленькую картину и туда какой-нибудь смайлик красивой картины поставить, или просто смайлик. Круто, крутой лайфхак. Можно любые смайлики ставить. А почему я смотрю вперед, а телевизор выше меня? Пойдем дальше. Ну здесь уже понятно. Сзади. А тут только два человека можете сидеть, что ли? Получается три, а если еще считать с пилотом, то четыре. А, один может в туалете сидеть, значит, пять. А, ну да. Все время. Так, ну давай попробуем полетать. А что это за кнопки? Что они делают? Они ничего не делают, это просто декорации. Потому что если особой функции в самолете нет, я не знаю, за что можно было бы прикрепить. Ладно, я сажусь тут сзади, буду самым задним пассажиром. Все, готов. Присел? А как вот эту полосу не надо убирать, что ли? Полоску? А, нет, я потом, можно сделаю, чтобы ее можно было убрать. Там можно, в принципе, просто массу поставить. Ее можно будет убрать. Давай на базу летим, а то сейчас возвращаться будем долго. А так, в принципе, простенький самолет. Это что было? Это что происходит? А, это я переключаю просто. Прикольно. Эконом топлива. Как-нибудь ты хочешь попрощаться? Да. Давай, как? Ну да, пока. Ну да, всем удачи, всем пока.